далеко не секрет, что Москва забирает с регионов деньги, федеральный бюджет. В связи с этим каждый московский житель, в том числе и приезжие, получают раз в месяц по мешку денег. Хочу отметить, в нашей родной столице в последнее время повысилась загрязняемость улиц, дворов, парков. Повсюду валяются мешки от денег, ну и также стали появляться и сами деньги. Казалось бы, если еще два года назад валялись 50-рублевые и сотые купюры, то сейчас мы наблюдаем 500-рублевые, а в некоторых районах Москвы даже и тысячные. Хочу обратиться к жителям и гостям нашего любимого города. Если и в дальнейшем вы не перестанете мусорить деньгами, то правительство будет вынуждено изъять из оборота все купюры, кроме пятитысячных. Благодарю, спасибо за внимание.